В железнодорожном округе задержан 39-летний житель краевого центра. Полицейские подозревают мужчину в серии краж сумок и кошельков. Злоумышленник орудовал в гипермаркетах «Самбери» на Батуевской ветке и Воронежской улице. Своих жертв он выбирал среди покупателей, которые брали свои сумки в торговый зал. 39-летний преступник в магазине «Самбери», расположенном на улице Воронежской, выследил свою жертву, дождался, когда девушка отвернется от продуктовой корзинки, в которой находилась ее сумка, похитил ее имущество и скрылся. Задержать подозреваемого удалось с помощью службы безопасности магазина. Помогли камеры видеонаблюдения. В их объективы мужчина попадал регулярно. Несмотря на многолюдность, злоумышленнику удавалось оставаться незамеченным. Примечательно, что и сами жертвы не всегда сразу понимали, что произошло. В корзине этой девушки было сразу два редикюля. Горожанин схватил лишь один из них. Покупательница, вернувшись к тележке, на пропажу совершенно не обращает внимания. В отделе полиции потерпевшая свою сумку опознала. Вот представлены три сумки. Какая из них ваша? Вот это. Под номером? Один. Это далеко не первый случай, когда мужчина привлекает к себе внимание полицейских. Задержанный – своеобразный рекордсмен. За имущественные преступления он был осужден уже 17 раз. Последний раз в этом году к железнодорожным судам. Что, было условка или? Да, было условка. Уже погашено? Нет. На время следствия хронический вор заключен под стражу. С места происшествия Евгения Куликова, Анастасия Кузьмина. По материалам пресс-службы УМВД.